ограничений. Движение стоп-хам. Не надо ехать, пожалуйста. Здесь тротуар. Вы знаете об этом? Знаю. Знаете, а зачем вы здесь едете? Я объезжаю. Ну, понятно, что вы обижаетесь. Вашему было лучше всех, да? Все должны стоять. Просто за ребенком. Я очень понимаю, за ребенком детский сад. Вот сейчас здесь то, что это есть мама и папа. Вы на них едете в машину. Нет, я вам еще раз говорю, сдавайте назад. Мужчина, не надо людей давить. Дай мне развернуться. Сейчас так. Не надо. Метай. Что же вы творите? Вы считаете это правильно, да? Вот так вот к чему приводят такие неадекватные водители. Взял и прогнул нам забор. Добрый день. Движение стоп-хам. Меня зовут Артем. А вы знаете, что это тротуар? Можете, пожалуйста, назад поехать по дороге на машине? А? Ну, вы выезжаете через тротуар. Не стоит этого делать. Надо иметь ювелирный способ, чтобы просто по прямой сдавать назад. Вы сможете, я вас верю. Хотите, я с вами прогуляюсь?